Всем-всем огромный привет! Давайте полистаем с вами второй каталог, потом распродажу и фокус. Надеюсь, все будет видно. Постаралась я поставить так камеру, чтобы каталог как раз попадал в кадр. Выгодное предложение будет купить две помады и получить комплимент. Комплимент будет сюрприз. За 10 рублей он будет при покупке двух помад со страниц. Вот сейчас посмотрим. Две за 359 рублей. Предлагаются помады. Так вот, покажу. Первая. 3D объем. Губная помада. Совершенство. Цвет плюс уход. И точный цвет ультра. Помада ультра. Оттенки медовые, розовые и красные. Так что заказываем помаду и увидим, какой комплимент нам пришлют. Ну, тут на картинке-то они, конечно, загнули комплименты-то крутые. Ну, давайте листать, а то у меня, надеюсь, камеры зарядки хватит. Аромат за 400 рублей, новинка. Название, надеюсь, вам видно. Давайте повыше покажу. Цветочно-фруктовый, цветущая вишня, розовая гортензия и сладкая ваниль. Потерла я страничку, мне понравилось. Ну, повторюсь, я всеядная, мне нравится большинство водичек. Пришел мне пробник с заказом по первому каталогу. Мне понравилась эта мужская водичка. Нежная такая, мужская, свежая. Очень вкусно, даже от моей руки пахнет мужским духом. Это шанс. 279 рублей, несколько водичек. Две женских, две мужских. В женский входит Femme и Incandescence. Очень выгодная цена на пижамки женские. 999 рублей, если вы купите определенные товары на сумму 449 рублей. Пижамки вот на девушках смотрятся. Тут и размерные таблицы. Еще будет скидка представителя. Ну, скорее 15%, когда минимальная цена. Представлена акция, то 15% еще скидки. Супершок, самая популярная тушь, 249 рублей. Тут предлагаются пакеты. Вот этот красивый, какой яркий, позитивный. Ну, смотрим дальше. А, тут набор открыток еще я вот не показала. На 23 февраля. Avon Life. Если покупаете водичку, можно взять комплимент каждый за 30 рублей. То, что знакомо, я не буду останавливаться. Листаю дальше. Праздничный дизайн у Today. Это не новинка, это просто красивое оформление. Новый флакон сделали премьер люкс вот с таким распылителем. Когда-то у Today делали такую упаковку. 1189 рублей. Набор Cherish и Little Black Dress. 900 рублей. А, 100 миллилитров. Сделали новый объем большой. 100 миллилитров для любителей. Скоро у нас литровыми будут ставить. Две водички выгодней за 1200 рублей. Тут есть и мои любимые водички. Сначала так обрадовалась. Любой продукт 79 рублей. Ну, надо же так пошутить. Ну, на самом деле, любой дезодорант шариковый. Все остальные 175 и 189. Поэтому я чуть весь ряд не заказала за такую цену. Шутники. Тут предлагаются гель для душа с ароматом подобрать. Даже они уже все подобрали за нас. Summer White водички. Вот я думаю, мне пробник одной из них прислали. Вот эта зелененькая, моя любименькая. Поэтому она мне в пробнике и понравилась. Так. Pure Blanco. 419 рублей. Ну, тут видно. Давайте. Я не буду сильно задерживаться, потому что иначе мы просидим долго, а много людей ждут. Мужские водички, тут наборы. Один набор. Два, три. Ой, простите, пинаюсь.
крыльями машу. Тут тоже все видно. Две мужские тоже выгоднее взять. Также 1200 рублей. Тут наборчики подобрали. Вот так. Ну, в этом каталоге много внимания мужчинам, потому что февраль. Для основной территории это ближе к февралю. Вот здесь новинка есть. Надеюсь, вам видно, да? Давайте я поближе покажу, что входит в набор. Так. Фокус. Новинка, мгновенная свежесть. Я не стала по фокусу заказывать мужской гель для душа. Тут вот так наборчиками. Вот мужская страничка интересная. Тут предлагается аккумулятор. Говорится, что он настолько тонкий, что помещается даже в кошельке. Цена его 699 рублей. Вдруг вас это заинтересует, давайте я поближе покажу. Вот так вот данные. И вот сам аккумулятор. На мужчине толстовка. Так, видно цену. 1599. Здесь есть две футболки. Они идут вместе. Две штуки в одной упаковке. Синяя и серая. 799 рублей. Размерные таблицы есть. Так же, как и у толстовки. Толстовка с капюшончиком. Такая интересная. Ну, какой праздник без трусов, да? Мужские трусы. Набор 3 штуки в упаковке. Камуфляж серый, синий. Тут предлагается полотенце. Застегивается, которое на липучку для мужчины. И вот еще одни трусы. 450 рублей. Праздничные. То есть можно одевать по праздникам. Новинка. Сумка мужская. 1100 рублей. Ну, я округляю тут этот рубль. И часы. Часы разной ценовой категории. За 1700 и за 1100 рублей. И кошелечек мужской 800 рублей. Ну, дальше женские идут. Тушь 255 рублей любая. Тут новинок не вижу, поэтому останавливаться долго не буду. Давайте дальше. Помада бальзам для губ 229 рублей, 3 цвета. Блестящее решение. Многим блеск у меня в косметичке понравился. Это вот этот. Сам блеск называется... Так, где он? Вот он. Сияние цвета. И я показывала мерцающий. Вот он. Если кому-то интересно, потому что многие спросили, что блеск очень красивый. Но он правда красивый, если вы любите с блесточками, и не липкий. Ну, достаточно не липкий для блеска. Так, тут лаковые странички. Забота о ногтях. Любое средство 125 рублей. Все для маникюра. Новинка пудра 399 рублей. Она новая, прозрачная. Подходит всем и каждому. Кисть не входит в набор. Вот тут специальное предложение, поэтому я уж так покручу, чтобы было видно. Так, видно, да? Парфюм, если с определенных страниц что-то купите. Парфюм за 99 рублей. Ну, дальше страницы пошли. Тональные средства.
И вот тут тоже под этот, под это предложение вот эта страница тоже подходит. Серия люкс. Тут уже выгодного ничего я не увидела. Обычные стандартные цены. На помаду было хорошее предложение в прошлом каталоге. Скидка до 60%. Тангл тизер в золоте предлагается за 1100 рублей. 1200. Ничего себе. 1400 полная цена, и 1200 это прям до 60% скидочная страница. Предлагаются уже тут тоже якобы со скидками шарф-шапка. Я показывала отдельно. Варежки есть. Мне очень сам снуд понравился, сам шарфик. У шапки мне помпон не понравился. Давайте дальше. Белье. Так, одежда. Мне кажется, цены видно, но если вдруг вы с телефона, конечно, смотрите, то, может быть, не видно. А если с экрана, компьютера или телевизора, то все цены хорошо видно. Ну, или спрашивайте, если что, спрашивайте. Так, украшения. Ставьте на паузу, если что-то интересует, потому что я достаточно быстро сегодня листаю. Я даже на сайт не захожу, ни ВКонтакте, ни в Одноклассники. Боюсь, я просто буду на письма отвечать, когда Эйвен, и не успею снять. Так что все, кто ждет. И у меня, знаете, девчонки, огромная просьба. Когда я показываю заказ, не спрашивайте, когда покажешь каталог. Но, естественно, он будет следующий. Просто я часы трачу на ответы на, ну, на такие комментарии. Сначала заказ, потом сразу каталог. Вот такие сумки, новинки. За 1100 рублей. Вот на девушке они смотрятся не очень маленькие. Достаточно объемные. Давайте поближе чуть-чуть их посмотрим. Вдруг кому-то интересно. Видите, большие. 33 на 34 сантиметра. Достаточно большие. Так, фокус. Так, поехали дальше. Очень меня впечатлили эти тапки с ресничками. Такие, девочка, девочка. Полотенце с карманом, с бретельками, чтобы не сваливалось. Вот. И набор кружек 300 рублей тут при покупке любого товара. Вот так вот. Для деток одежда. Вот тут новые брючки, мы их джеггинсами называем, но тут почему-то уже стали женскими брюками называть. Появляются бордовые, и бордовые уже сделали по боку все-таки молнию, потому что это лучший вариант, чем через бедра пытаться натянуть брюки. Если у девочки талия узкая, то либо широко здесь становится, растягивается, либо никак не натянешь через бедра, если узко. Вот так. Предложение хорошее, 1100 рублей, если купите любой товар. Обычно они дороже, вот тут цены. Так, сейчас будет видно. Вот, 1300, 1500, 1500. Вот такие вот бордовенькие появляются. Дальше белье. Кстати, вот эти вот заглушечки для бюстгальтеров, они идут две штуки в комплекте. И часто вот такие вещи тоже идут комплектом. Бывает отдельно, надо смотреть внимательно. Очень понравились чехлы для очков. Вот здесь написано новинки следующего каталога. И такие чехлы очень корпусные и симпатичные. Вот. Если они соответствуют, ничем не набитые, а действительно вот такие, то бордовый очень красивый. И вот такие два чехла. Вот один и черный второй. Давайте вот тут покажу. Вот здесь написано жесткий каркас. И тут написано, что в следующем каталоге будет продолжение. Фокус ловим.
Поехали дальше. Молодежная серия. Ароматы. Вот тут новинки помад. Ну, скорее новинка, наверное, дизайн футляра, да? Любой оттенок 109 рублей при покупке любого средства, кроме определенных страниц. Тут новинка колечко. Идет. 269 рублей, 3 размера. Так, тут новинок не вижу. Нью 199 рублей. Любой мини-набор. Это очень хорошая цена для таких наборов. Тут цены видно. Сильно не буду останавливаться. Ультраэффект. Меня спрашивали для умывания. Вот мне очень понравилась вот эта пенка для умывания, для нормальной комбинированной кожи. Мне у нее нравится и аромат, и нравится, что она смывает макияж. Но слышала опять же отзывы, что не всем нравится, как умывает и как смывает. А вот у меня хорошо работает. Тоже дело вкуса, и, видимо, на каждой коже по-разному работает, что ли. А я прям с огромным удовольствием ей пользуюсь, нравится. Ультраэффект, разные кремы. Ну, тут тоже все видно, я так не буду сильно задерживаться. Вот здесь новинка в планете спа. Сокровище пустыни, масло для косметического ухода, 245 рублей. Входит органовое масло. Увлажняет, восстанавливает кожу. Предлагают потереть. Ну, приятно пахнет. Косметическим таким ароматом. Так, тут все видно. Те новинки. Еще Кия. Тоже новинки. Питание, защита с ромашкой и овсом. Ну, новинки, я так думаю, это относительные новинки. Поменяли дизайн упаковки, да? Вот и новинка стала. Так. Продолжаем Кия смотреть. Тоже новинка в большом объеме со стрекозками. Крем для всей семьи. 750 миллилитров. Как поставил, и год вся семья пользуется. Вот новинка. Аксессуары для домашнего ухода. Это охлаждающая маска для глаз. Маска со съемными гелевыми подушечками. Приятно охладит, расслабит глаза. Поможет поможет снять стресс и придать тонус кожи вокруг глаз. Как использовать? Первое, охлади маску. Ненадолго в холодильник положить. И второе, пока маска охлаждается, смой косметику. Третье, положи маску на глаза. Ну, можно сказать, четвертое, наслаждайся. Вот такая маска. 199 рублей она стоит. Ну, интересно. Дальше идет Edwin Technics. Тут сухой шампунь 229. Ну, так как новинок я тут не заметила, давайте я Edwin Technics чуть быстрее пролистаю. Если что-то интересно, либо спросите, либо остановите кадр. Любое средство 89. Недавний новый гель для душа Фантазия. Сегодняшняя новинка Мечта. Понравился аромат ирис и кмеллер. Такой прямо зимний сладкий аромат. Ну, для сладкоежек, для любителей сладенького. Гелевые странички, пены. Женская интимная гигиена. Так, Naturals, Foodworks. Уход за лицом. Детская серия.
тут спреи, кремы, скрабы для тела. Тут тоже солянка и дезодоранты, и для ног что-то. Мыло и гели для душа. Все цены разные. Скрабы, маски для лица. Ну, к маскам я всегда... А, неровно дышу, мне прямо лень их делать, но я их люблю. 379 набор из 5 средств. Новинки пены, шоколад и апельсин и розовый букет. Любая 99 рублей. И здесь цены от 49. 49, 59, 69, 135. Все, каталог мы с вами отлистали. Я тут смотрела иностранный каталог Avon, тоже второй. Ой, слюней-то было. Фокус, давайте смотреть фокус. Предлагают вот этот аромат мужской продавать более выгодно. Закажи два набора. Третий подарок, да? Четыре набора. Шесть получится. Два в подарок. Но каждый подарок 30 рублей будет стоить. Ну и с тушью предлагают продавать тушь. Более двух штук, 40% скидка. Viva La Vita. Вот такая вот новинка следующей компании. Фруктово-цветочный аромат. Входит сочное яблоко, мимоза, сандал. Это уже, скорее всего, будет лето. Ну, как лето, весна, да, это уже к марту. Предлагают новинку марта. От Kea, это тоже, скорее всего, будет новинки марта. Ну, как, опять же, дизайн. Смена дизайна, это и есть новинка. Тушь также такая праздничная. Супер шок за 200 рублей. Такое же красивое оформление. У пудры. Румяна шарики. Но вообще-то, вы знаете, наверное, не совсем это красивое оформление. Тут, ну, помимо оформления красивого, сами шарики я вижу другие. Нежный розовый называется. И тут действительно много розовых. Поэтому я думаю, это будет новинка. Так, камера моя, не садись. Так, тут все стандартно. Вот еще новинки. Предлагают женское платье, сумку и шарф. И тут наборы. А, нет, новинки. Edwin Technics, новинки следующей компании. Ну, скорее новинки. 400 мл объем. Вот и новинка. Ну и давайте распродажу посмотрим быстренько. По 79 рублей предлагают. Тут, ой, хотя что-то я все пинаюсь. Давайте это мы, знаете, как посмотрим. Я вас сниму. И, как обычно, мы просто вот так проедемся. Вот органайзер, который я взяла в Avon клубе по баллам, 600 рублей он тут в распродаже, уже без скидки. Вот так. Вот так. Шарф такой я показала в покупках. Если не смотрели, пройдите, посмотрите. Органайзер, кстати, тоже я там показала. Так. Большая распродажа. Очень красиво вот эти браслеты, кстати, смотрятся на руке. Тут камера не очень передает, но смотрятся они красиво. Я видела у девочек.
молодежи подойдет. Ну или любителям. Вот и все. Вот такой был каталог второй. Распродажа и фокус. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, я была полезна. Всем до новых встреч и всем пока!